пора, блин. Всем привет! Это самые горячие новости из мира Ютуба. Сегодня пойдет речь о Мураде, который кинул обычного работягу таксиста на бабки. Как его зовут на самом деле и за что он сидел? Сегодня об этом. В июле он получил такую популярность, что блогеры, которые хотят взять у него интервью, готовы платить приличную сумму денег. Нормально ли это? Решите сейчас сами. Продаешь ты его вообще? Бля. 7 сентября в сети появилась информация, что так называемый Мурад вовсе и не Мурад, а настоящее его имя Рамазанов Исрапил Магомедович, который был осужден с 2008 года по 2012 на 4,5 года общего режима по статьям 131 части 2 пункта В и по статье 134 УК РФ. Статья 131 гласит: изнасилование, повлекшее заражение потерпевшего венерическим заболеванием, наказывается лишением свободы на срок от 4 до 10 лет. И статья 134 УК РФ. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Рассуждать можно об этом долго, подставили ли его или действительно есть место педофилии, ведь мы знаем, как порой могут выглядеть девушки и на что они способны ради денежной наживы. Но то, что наказание было и он отсидел за эти деяния, это факт. Напишите в комментариях, как вы считаете, подстава ли это была или он смог совершить реально такое преступление. Как бы все ни было, парень совершил гнилой поступок, кинув таксиста на деньги, и я уверен, что это не единичный поступок с его стороны. После ситуации в такси Мурад получил общественное порицание. Главное, чтобы это было уроком всем желающим, проехаться на халяву или просто кинуть человека на бабки. Ведь такие поступки не проходят бесследно, и наказание настигнет в любом случае. Ну и как всегда, с вами был Сорока. Не забудьте поставить лайк, подписаться и распространить ролик в социальных сетях. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!